Всем привет! У нас такой день Шрот называется. Я думаю, те, кто давно проживает в Германии, знают, что это за день. Короче, на улицах выносят всю мебель. Настя недовольна, что я, видите ли, снимаю. Да, ну, уже время. Ты вообще можешь быть хоть когда-нибудь довольной? Очень. Реально уже закумарила. Короче, у нас сломалась эта кровать. Я должна носить это. А кто будет носить? Вместе, конечно. Понятно, что. Короче. У нас сломалась кровать, и мы решили как раз в такой удобный случай ее вынести. Она, когда мы заселялись, была Настя в чем? Да, мне. Настя вымывала. Это, конечно, была жесть. У меня есть видео, но я его, конечно, сюда не буду выставлять. Ну, я типа просто показывала, ну, снимала квартиру, какой она была до нашего заселения. Ты уже пришла? А ты это сама сможешь вынести? Ну да. Все, я сейчас тоже пойду быстро переодену кофту. Ну, на улице, может, когда часть вынесем эту штуку, там не сломалась. Окей, все, давай. В принципе, ребята, ой, мы можем работать грузчиками. Все, понесли. Настя говорит, сними меня. Так, хватит уже. Хватит, пошли. Ой. У кого есть вариант работы грузчиками? Пишите в комментариях. Мы не пьем. С радостью выполним вашу работу. Поднимем любую мебель в ваш дом. Да? Конечно, да. Офигенно. Удобно. Настя, ты себя не переусиливай. Давай мне одну тоже палку. Все, ребята, вынесли мы всю эту кровать. Вот. Настя хочет показать, где она сломалась. Сейчас. Да. Вот, эта часть, там кусок отвалился. Почему отвалился? Ну, расскажи. Тебе же хочется это сказать, я же знаю тебя. Ну что, Настя просто не рассчитала силу, прыгнула и присела и сломала. Это кровать старая. Посмотри, эта хрень выдержала все, а здесь... Вот. Вот. Видите? А, там есть видео, как мы ее разбираем? Я не знаю, может и есть там. Вот, также смотрите, что тут люди выносят. Такое. Что попало? Может, нашу старую обувь вынесем. Ну да, надо тоже это выносить. Что люди выносят, все, значит, давай будем. Также вот сейчас вынесу, запачкали уже конкретно в грязь. Но сейчас будем нести, конечно, тяжело. Это не первый этаж. Еще надо дойти до дома снизу. Ну, короче, сейчас увидите, сколько всего мы вынесли еще. Все, теперь мы вынесли еще 4 матраса. И все. Идем до дома. Вот там уже повелитель бычков. Выглядывает. Ребята, всем добрый день. У нас суббота. Сходили в магазин, сделали закупочку небольшую, потому как все будет закрыто во вторник. Ну, может, и во вторник. Да. Сейчас покажем, что же мы приобрели. Такие вот челики были по акции, евро 19. Хорошие, сладенькие уже. Да. Вкусные. Лучше. Да, хорошие. Дальше. Руккола по скидке взяли ее. 5%. Да. Пьем воду с лимоном после стрима вчерашнего. Мочалка какая-то уже разная. Давай дальше. Лук тоже. По скидке или нет? Не помнишь. Фу, Настя, кислая прям вообще. Фу. Да специально, чтобы голова не болела. Огурец тоже, да, скидка? 29? Не помню. Капуста по скидке. Угу. 99. Грибы по скидке, они стоят 2 с чем-то. Сейчас евро 19. Сейчас евро 19. 2 с копейками они обычно стоят. Но эти самые вкусные грибы. Также по скидке рыбные палочки. Стоят они около 4 евро. А сегодня они стоили 2,40 с чем-то. 2,99. Да, 3. Ну, на евро скидка, короче. Эти палочки. Также взяли свинину. Свинину мы решили, потому что уже не можем ни курицу, не знаю. Я не знаю, что мы ну, просто хоть какой-то белок будет. Хоть да, хоть что-нибудь, потому что уже нереально не знаем, что покупать. Как бы овощи овощами, тоже с овощами такое. Перебрать надо. И пускай будет, морозилку закинем и что-то придумаем. Протушим, что-то придумаем.
Два баклажана по скидке по 45 центов, если я не ошибаюсь, да, что такое да. было. Тоже тушить будем. Помидоры мы любишь. Настя, ну можешь свой свитер немножко опустить? А, так он такой и есть. Цукини. Также где-то еще один был цукини. Тоже по скидке. Взяли водичку, пьем теперь воду. По 27 центов. Не то, что после вчерашнего спина. Ну, родите, мы будем ее теперь покупать, побольше такой воды. На курсы брать. Также вот цукини еще одну. Груши взяли мягкие, выбрали также по скидке. Я уже не помню, сколько они же. Я 20. Мягенькие, думаю, можно кушать. Чтобы сладость, чтобы не покупать шоколадки всякие. Наши любимые огурчики, обожаем их, остренькие, вкусные. Да, очень да, острые. 99 центов сегодня по скидке были. Рис вот такой, 500 грамм. Басмати. Басмати вкусный, в Альде продается. Самый такой вкусненький. И... 2 евро рис. Ой, 3 или 2. Томатная паста. И все? Классическая. Классическая, да. Все? Да. Как-то так, ребята. Короче, это 20 евро все. Да, 19,90. Да. Ну, что, сходим тут овощи. Ну, в принципе, может и нормально 20 евро, да? Ну, вообще дорого. Ну, я могу рассуждать. Ну, просто все оказалось как бы по скидкам. Да, по скидкам. Это, эти же листья салата 35 центов или 39. И этого. Ну, да, мясо, рис без скидки. А это все по скидке и томата, кроме. А так все по скидке. Ну, и ничего нет, пакет наш мы не покупали, это с дома, мы взяли его. Короче, как-то так, да, не знаю. Нашла я, кстати, для лака девочки, искали, очень Ацетон. Дорого. Ацетон. 2 с чем-то, я была в шоке. Да, 2,50. Потому что бутылка типа огромная, за ацетон, блин, 2,50, думаю, офигеть. Дороже, чем лак. Разводят везде. Ну да. Теперь надо, Настя, всегда покупать какой-то лак и красить. Да, грязный уже, запачкал зелень, что перекрашивать буду. Сейчас, не знаю, выйдем на улицу или нет. Да, конечно, выйдем. Мы выйдем, и сейчас ты запишешь видео. Ты же хотела рассказать, что тебе сегодня на весь день настроение испортило. Тебя. Да, я сегодня вообще испорченное настроение, никуда не вышли. Я планировала сегодня прогуляться, думала, пойдем с Аней, будем гулять. Не, ну мы и так прогуляемся еще. Ну да, расстроена сегодня целый день, но я вам расскажу уже, наверное, в следующем видео. Ну, в следующем, да. Так что заходите, ребята, смотрите видео наше. Да, ребята, спасибо еще раз всем, кто с нами был на стриме. Мы провели стрим 5 часов. Ну да, смотрели так. Очень долго. Спасибо тем людям, которые смотрят так долго. Не без сумасшедших, конечно, да, там, я, честно говоря, уже и... Не то, что там не помню, а даже не хочу задумываться. А Настю я потом... Настю потом в конце уже еле забрала с этого стрима. Не знаю, что она говорила. Я то еще молчала, поверь, я... Не хотела, я могу, но это Ютуб, и я не хочу. Да, мне мало слов. Сколько всего я хочу выговориться, но я не могу и не буду. Потому что лучше промолчать. По-адекватному лучше промолчать и все, свое мнение при себе оставлять. А люди, они не меняются. Неадекваты они везде. Так что, да, погода у нас сегодня хорошая, 23. Ну, я днем смотрела, 20 было. Не знаю, вот это вот Бакарди никому не советуем, реально. Нет. Оно кажется вроде ничего, нормально, а потом голова болит, ну. Тошноты не было? У тебя же не было тошноты? Ну, нет, такой тошноты нет, но голова у меня просто, я проснулась. Состояние. Я два раза засыпала заново, потому что у меня голова, ну, реально просто раскалывалась. Ну, может, это из-за того, что крепкие напитки не пьем. Поэтому так. Тем более оно тропика. Бакарди тропика. Там типа кокос, ананас. Мы же думали, все равно будет вкусненький вкус. Да, да. А оно как бы ацетон для ногтей, просто со вкусом фруктов. Да, было вообще ужасно. А, ребята, насчет вот этих помидор вообще советуем. Правда, очень вкусные. Прям челики-челики, да? Я всегда удивлялась, что всегда скидка. Уже сколько месяцев. Я не замечала на них скидки. Я всегда подозревала, что либо цвились там внизу, и думаю, надо не брать. Они сейчас пойду поставлю воду в морозилку, потому что я люблю холодную воду. Хотя с моей проблемой с горлом постоянно. Ангина? Угу. Нежелательно. Но все равно я не могу. Хочу холодной воды. Да, так что такие дела. Все, до встречи в следующем ролике. Спасибо за просмотр всем. Пока-пока.